Так, что сделали? Сняли Сатурн, который в оппозиции. Сегодня, 21 июля 2020 года, 1 345 000 000 км, 3.44 по Киеву сейчас. Сняли Юпитер, правда уже без спутников. Еще я пофотографировал, конечно. Летучая мышь прямо перед кадром летает. Это интересно, он зафиксирует ее камера или нет. Ну где-то ультразвуковая. Только в ране заговорил, улетела. Ладно. А, вот она. Не знаю, было видно, не видно. О! Она через окулярчик на вас посмотрит. Давайте, мышки. Бэтменишки. Где у нас большая медведица? Вон там большая медведица. Да, в общем, я еще полночи это и снимал. Фотографировал на больших выдержках комету. Это Нео Вайс. Да, смешно, что смешно вспомнил, как вчера семья возвращалась откуда-то, не знаю, уж ночью. Ночью, реально ночью на велосипедах ездят, я тут в кустах торчу с камеры. Дети начали что-то жаловаться. Посмотрите на комету, натуральный Пеннивайз зазывала. Да, значит, кто смотрит комету, будет пытаться самостоятельно смотреть. Как ее найти? Смотрим на большую медведицу. Три звезды, ручки ковша. Вот эта линия из трех звезд. Продолжаем ее через ковш вниз к горизонту. И в подбрюще как бы ковша будет эта комета. Ее очень тяжело уже увидеть. Она все ближе к Земле, до 24 числа будет становиться. Но за счет того, что она удаляется от Солнца, ее видно совсем плохо. То есть первый раз я ее увидел, даже не знаю, не просто увидел, что небо расколото 10 числа июля. Увидел щель в небесах, потому что комета. А сейчас я даже знаю, где она находится, не могу ее разглядеть. Ладушки, ладушки, все, хорош, поехали по домам. Меркурий уже, кстати, должен был встать. Он там как раз в 3. Конечно, встал уже Меркурий, но облачко нам не позволят его увидеть. Все, надеюсь, вечером поснимаю после смены, если погода позволит. Сегодня все получилось неплохо.